В сентябре Одесса примет 7-ю международную конференцию «Здоровье в городе». Традиционно форум уделяет внимание проблемам здоровья и окружающей среды. В этом году конференция будет посвящена борьбе с туберкулезом. Среди докладчиков и участников – представители медицины, ученые, юристы, общественники, а также специалисты по планированию в сфере здравоохранения. Город Одесса представляет из себя уникальный город, поэтому ситуация, которая сложилась с туберкулезом, в некоторой степени тоже отличается от других городов Украины и имеет некоторые особенности. В то время, когда в 1995 году в Украине была объявлена эпидемия, город Одесса имел показатели заболеваемости туберкулеза даже ниже, чем пороговый уровень для объявления эпидемии. Это было 47 на 100 тысяч населения. За прошедшие 20 лет, которые шагает эпидемия по Украине, показатели заболеваемости в городе увеличились практически вдвое. So there's a global growing understanding that international efforts to control and eliminate TB have not been working in the way that they need to address this urgent airborne disease. But there's a very large body of research and evidence that shows how there are clear programmatic components that can bring the disease under control and ultimately towards elimination. Седьмая международная конференция «Здоровье в городе» стартует в Одессе 13 сентября и продлится два дня.